Ты очень много слышал о вашей передаче. Даже подумал, ну вот странно, всех известных артистов зовут, а меня нет. Наверное, думаю, еще не такой известный. Ну вот, как только я так подумал, через день звонок. Какие только испытания не подстерегают долгожданных гостей маркизы. Во-первых, их отгадывают. Я бы ни за что не угадал. Во-вторых, им измеряют рост. Ну что, вышел? Их стараются принарядить. Покрузевайтесь. Пиджак хотя бы. Я что, должен ее надеть? Жарко будет. Сладко почву. Это ваш чай. Хороший. 3 ложки сахара. Опа! Их носят на руках. А они рассказывают истории, читают стихи, танцуют и поют вместе со зрителями. От топт копыт пыль по полю летит, от топт копыт... Давайте вместе. От топт копыт пыль по... Громче! От топт копыт пыль по полю летит. Дальше, ну-ну, давайте, давайте, помогайте, ребят. От топт копыт, ничего же сложного нет. У вас ничего не получится, я уверен. Ну, давайте попробуем. Правда не получится, сейчас серьезно говорю. Поехали. От топот копыт пыль по полю летит. От топот громче пыль по полю. Ты запой мне весной песню соловейка. Пропади, уходи, грусть, тоска, злодейка. По полям и лугам ветром разнесися. Или на дне в глубине речки утопися. Топт-копыт, пыль по полю летит. А топт-копыт, пыль по полю летит. И спою я свою песню удалую, без тебя полюбя девку молодую. Сам хороший пригож парень уродился, да на смех или на грех счастьем раздружился. Пыль по полю летит. Смотрите программу «Маркиза. Ретроспектива» в субботу в 21 час и в воскресенье в 21:40 на телеканале «Россия-24». Автор и ведущий Александр Динис.